Сильнейший дождь с градом обрушился сегодня на Владимир. Циклон, пришедший к нам из Финляндии, сначала намочил столицу, а затем заставил владимирцев ютиться на остановках и в магазинах. Но, как уверяют синоптики, у нас циклон не задержится. На востоке области сегодня еще возможны осадки, а с завтрашнего дня погода улучшится. Правда, похолодает, но таких сильных дождей больше не будет. Для Владимира град не прошел бесследно. Несколько деревьев упали между 7-м и 9-м домами на проспекте Ленина, возле второго роддома. Деревья оборвали провода и блокировали проезд. Одно из них рухнуло на припаркованный автомобиль «Лада». Милицию вызвали. Вот. А в дальнейшем там должны составить акт, а там уже куда? Или в суд, или куда? Уже на ЖКХ, или никого, я не знаю. Страховку-то выплатят? Ну, страховку не знаю, у меня ОСАГО. Кстати, местные жители не раз обращались в свою управкомпанию, просили подпилить деревья. Управленцы обещали это сделать, но циклон их опередил. Как нам сказали, была сменена обслуживающая организация, поэтому просто не успели наладить процесс. Этих деревьев очень много. Если посмотреть, есть деревья, которые угрожают роддому. То есть огромное дерево, которое нависает и над территорией двора, и над роддомом. То есть ущерб может быть значительно больше, чем автомобиль.